4 свои апелляционные жалобы на решение суда Балашовского района, написал, что решение, принятое судом, незаконное, необоснованное, что ты ни в чем не виноват. Тогда объясни, пожалуйста, почему ты здесь и кто вот, или что сыграло решающую роль в том, что все так произошло. Ситуация с оперативником ФСКН, Глицинин, по-моему, если не ошибаюсь. Олег Глицинин. В ночном клубе у меня получилось в Кристалле. Вот, я вышел на улицу подышать, вот, и увидел его там. Стояли девчонки, мат-перемат, слово за слово, у нас тоже там потасовка, короче. Он еще подвыпивший был. Ты знал, что это сотрудник ФСКН? Нет, не знал. Вот он меня как раз потом и задерживал. 15 марта я приехал в СИЗО вечером туда уже. Вот, мне судья дал 2 месяца под стражу. Меня потом подняли в камеру. Там я просидел ровно, наверное, 10-9 дней. Потом мне перекинули в другую камеру. Там уже сидели те люди, которые уже не впервые, короче, сидят. Начали за статью спрашивать у меня, виноват, не виноват. Сначала так культурно со мной разговаривали, а потом мне просто восьмером меня там избивали. То есть сами осужденные, да? Да. По поручениям, ну, кто там, СИЗО там, есть же, опера, сотрудники, кто там. Откуда ты знаешь, что они действовали по поручению? Ну, потому что мне от слов их, ну, кто там сидел, вот этих осужденных. Ну, вот они вот, пиши явку с повинной, и вот так вот постоянно так на протяжении 12 дней, ну, 13 дней там пробыл, 12 дней меня там избивали. И бутылку набирали, 1,5-литровую, по голове били, вот сюда били. Кулаками, ногами избивали. Ты пытался обратиться за помощью в эти дни? Бесполезно. Там сотрудникам, которые ходят там по продолу, бесполезно. Они ничего не сделают. Они смотрят в глазок, видят это все прекрасно и ничего никак не реагировали. У меня разговор был там с заместителем начальника СИЗО. На то, что он мне дал понять, короче, если я сейчас напишу это, в дальнейшем жизнь моя ухудшится. Он принес тоналка, порошок. Короче, меня быстро так, где синяки большие, меня замазали. Разделся до трусов, меня сфотографировали. Присутствовал там этот, как его, Стеклов, старший опер. Еще там сотрудники присутствовали. А врачи посматривали? Да, врач смотрел. И что? Ну, он видел все прекрасно, как бы ничего не говорил. Понимал ли ты вообще, что происходит? И почему это происходит с тобой? Много мыслей было, почему, за что, как бы вот, ну. У меня вообще, короче, я с ним там постоянно воевал с сотрудниками, вот, честно сказать. Еще по мегаполису, как мать там, работала администратором. Как вы понимаете, клуб, большое заведение, все отдыхают. Приходит наркоконтроль туда, подкидывают, любого вдергивают, подкидывают ему в карман. Задерживают свидетелей, прям у них прям на ходу это все было. И эта мать, как все слов, она, как я говорил, видела это, вот. И постоянно там ругалась с ним. А правда ли, что вот после инцидента с Глицининым какие-то угрозы тебе стали поступать, и предложили уехать из города? Были. Да и были, и угрожали матери, на работу к ней приезжали, угрожали. Кто конкретно угрожал? Титаренко, и он был, и какого? Калинин, по-моему, Калинин там. Все сотрудники ФСКН. Да. У меня соревнования просто на носу были. Меня в марте посадили, в апреле у меня соревнования должны быть. Я должен был мастера спорта выполнять. И в феврале я получил диплом помощника машиниста. Скажи, пожалуйста, какие отношения у тебя с Полуяновым, с Двиченко, да, с Тароверовым и еще 4-й фигурант? Подлесный. Все они осуждены за наркотики, да. Причем их взяли, ну, с поличным, их вина доказана. Я учился в Балашове сначала в 3-й школе, потом перешел в 12-ю школу. Там познакомился, это был 6-й класс. Ну и потом наши дорожки разошлись, ну уже такого вообще не было у нас. Зачем им понадобилось давать против вас показания? Ну, это я уже сразу потом, через какое-то время понял, зачем. Мне адвокат объяснил, смягчить себе приговор. Как я знаю, досудебное соглашение, когда заключается, там стартово идет от 2 месяцев до 7,5, больше 7,5 не дают. Вот, и им выгодно было говорить на меня. Но вы знали о том, что они распространяют? Максима замечал этим, за это, Полуянова. Вы замечали, что он связан как-то с этим, да? Замечал, но мне это было неинтересно. С ним разговаривали, с ним взрослые люди разговаривали. Как бы сказать, постарше пацаны там разговаривали с ним, объясняли, что это такое. Вам предлагали признать свою вину. Вам также предлагали, насколько я знаю, заключить досудебное соглашение, в результате чего вы могли получить гораздо меньше срок. 3 года. Вы могли также признать свою вину в суде. Да? Да. То есть у вас было много шансов. Вы не воспользовались ни одним из них. В результате получили срок почти 15 лет. Почему вы не воспользовались этими шансами? Я не знал, что у нас судьи такие, что так судят. Ты надеялся на другой исход? На другой краш, да, я надеялся. А зачем тебе понадобилась целая коллегия судей? Вот такое редкое, достаточно. Мы с адвокатом разговаривали, он говорит, будет лучше так, 1 судья как это хорошо, а 3 еще лучше. Вот, он мне так это объяснил, я думал, это будет правильно, потом я сам лично пожалел об этом. Потому что 3 судьи сидела, а 1 вообще занималась своими делами. За все время заседания, там 2 месяца, по-моему, длилось, если не ошибаюсь, два вопроса она мне задала. Другой сидел, он помогал, короче, обвинителю. В цвет, не стесняясь, он прям говорил, может, вам эти документы не нужны, вот вам вот эти ну, вот лучше нужны. Как бы в пользу его. Свидетель был Андрей Андреев такой, который он говорил, как его заставляли, как его били, кто его бил, какие сотрудники били. А он какое отношение имеет к этому делу? Он употреблял, да? Его, да, его там принимали. Как я знаю, да, его там пугали, что его посадят, и он не раз был, по-моему, осужден. В результате того, что он дал показания против себя, его не посадили, да? То есть да. Он дал, а потом на суде он сказал всю правду. Скажи, пожалуйста, вот когда тебя избивали, ты пытался все-таки написать какие-то жалобы в прокуратуру или в какие-то надзорные органы, сообщить? После я писал сам лично. Куда ты писал? Расскажи, объясни. Прокуратуру, в Балашов, в Следственный комитет Балашов. Угу. Твои жалобы дошли к назначению? Ну, ко мне никто ничего не приходил. Никто со мной не общался, никаких писем мне не приходили. Думаю, что они вообще даже не выходили, мои письма. За пределы колонии? За пределы колонии, да. Не колонии, а СИЗО. Да. В Саратов писал в Следственный комитет, в прокуратуру Саратов тоже писал. Прокурор приезжал, он все знает, как все происходило, он меня видел в синяках. Какая реакция? Какая может реакция? Он все знает. Не так давно, в декабре 2018 года, Полуянов написал на имя Ландо заявление, где сказал, что он тебя оговорил под давлением. Вот что ты об этом думаешь? Он пытается со мной как бы сдружиться, но я ему даю понять, как бы, ты понимаешь, что ты натворил. Он пытался как-то тебе объяснить что-то, вот свой поступок? Пытался, и когда я приехал сюда, он бегал за мной, там, просил прощения постоянно, вот. Я ему давал понять, что не подходи ко мне. Вот в конечном итоге, кого вы все-таки вините больше всего в том, что произошло? Если честно, я даже не могу на этот вопрос даже самому себе ответить. Почему? Почему именно я? Почему вот именно так случилось? Когда-либо имели отношение к вам? Нет. У вас где-то нашли наркотики вообще, привязанные к вам? Нет. Там в гараже, дома, на даче, значит, в сумке? Не подкинули, не нашли, ничего такого не было. Вот их поймали, 3 с наркотиками, и вот их наркотики мне пришивают, что они тоже мои. Максим, а вот есть такой прибор, детектор лжи, ну, полиграф так называемый, да? Я писал на него. Писали заявление? Да, мне следователь отказал. То есть вы готовы? Да, готов. Искать все свои показания, подтвердив их правдивость на вот этом приборе? Да. Я правильно понимаю, что вот следствие по тебе шло 9 месяцев, и как бы оно не сдвигалось с мертвой точки, пока не дали показания на тебя? Да. Свидетели, да? Вот полгода я вообще сидел со мной, ни следователь, никто не приходил. Никаких следственных с тобой не вообще, да, никаких там не приходили, ничего. Ну, только ознакомливали меня. То есть, если бы не вот это досудебное соглашение, то фактически бы дело развалилось, да? Да. Все построено как бы на слово, я вот сижу за счет их слов. Можешь обратиться к прокурору генеральному, ты можешь обратиться к прокурору области, ты можешь обратиться к президенту, губернатору и сказать свое слово. Я обращаюсь к прокурору области, к Филипенко Сергею Владимировичу. прошу вас взять под свой контроль уголовное дело мое, если это возможно, пересмотреть мое уголовное дело, все заново. И я очень надеюсь, что вы меня услышите и поможете мне с этим уголовным делом. Я уже борюсь 4-й год с этим, не знаю, к кому обращаться, куда, что. Родные и близкие тоже стучатся во все двери, везде все отказывают. Я думаю, что вы мне поможете. В декабре прошлого года вы написали заявление, в котором сказали, что вы, под влиянием определенных обстоятельств говорили Максиму Бурбину, что происходило, когда вы давали эти показания. Да, действительно, мы говорили Бурбину, не только я и остальные подельники нашего уголовного дела, так как применялись к нам физическое давление. Вас били? Да, мы сидели с другими сокамерниками, которые уже не раз отбывают срок, и к нам применялось физическое давление на протяжении, наверное, месяцев 2-3. Основное требование было какое? Дать показания на Бурбина Максима Олеговича. Почему это так было важно для следствия? Я работал на воле в ночном клубе на ставке диджея и бармена. И, выйдя покурить на крыльцо, я увидел, как Бурбин заступился за девушку. Насколько я потом узнал, это был сотрудник полиции, я не помню фамилию, даже не знаю его. Вы думаете, что все это началось с этого конфликта, с этой драки, и что все это уголовное дело месть одного человека, сотрудника ФСКН? Я так думаю, да, скорее всего. Вы думаете, он в силах настолько повлиять на все следствие? Я так думаю, что да. Или были какие-то еще причины другие? Других причин я вообще не могу представить. Все. Он не занимался с нами ничем, чем мы занимались. Его к нам, просто у нас группа есть, и его вообще отдельного человека к нам просто пришили и заставили дать такие показания на него. А у вас какие были отношения с Максимом? Дружные. Общались до этого, да. Он знал, чем вы занимались? Да, да, да. И как он к этому относился? Никак не поддерживал меня в этом. В конечном итоге вы приняли это сложное, наверное, достаточно решение оговорить, допустим, невиновного человека. По какой причине? Это было очень, тяжелое решение. Довольно долго его приходилось обдумывать. И долго я не мог смириться с тем, чтобы принять вообще это решение, потому что, понимаете, да, друг. Когда дернули к оперативникам, сказали то, что мне дадут больше 20-ки. То есть, понимаете, да? 20 лет. И действительно, от давления тоже здоровье, оно одно. Но все, члены вашей группы сказали примерно одно и то же. У вас была какая-то стратегия, установка. Вам говорили, что вам говорить, как говорить. Ведь ваши показания должны были совпадать. Нам, как я думаю, нам каждому давали листочек, с какими показаниями надо, как сказать. А они сами его фабриковали, кому, как, что. Конкретно, когда я один раз к ним пришел, я даже почти, не видел, что там написано, потому что, у меня лица не было. Настолько вы были избиты? Да. Вы пытались жаловаться, вы пытались сообщить, надзорные органы, в прокуратуру? Нет, я слаб в этом, я не знаю, куда писать, какие структуры, какие органы существуют. Я просто, принял это получилось так, и все. Почему вы все-таки решили спустя сколько, 1,5 года после приговора написать это заявление? И почему потом отказались? Потому что я хочу как-то помочь человеку, который к этому вообще не причастен. Прокурор приехал, то есть он конкретно: от вас поступило заявление в общественную палату, то, что вы говорили такого-то, такого-то. Я говорю, да, я писал. Он говорит, вы в курсе, что досудебное соглашение будет разорвано, вы будете возвращены в СИЗО-1, вам будет пересуд, вам будет добавлен дополнительный срок, стартовать он, как вам известно, будет от 15. Я говорю, нет, этого мне неизвестно. Он мне даже не стал ничего объяснять, разъяснять. Он просто говорит, так что будем делать? то есть как предлог. Он говорит, что будем делать? Я говорю, ну, я не согласен на то, чтобы мне добавили срок. Он что-то писал, потом резко перестал писать. Говорит, так что пишем отвод? Я говорю, да, я не согласен, говорю. Какое физическое насилие применяли к вам в СИЗО? Много человек? В камере их находилось трое, применяли силу конкретно двое. Говорит, там не подпишешь, короче, вернешься сюда, знаешь, что будет, опять все, начнем с тобой. Начнем тренировки по новой. Ну, тренировки по новой, это держи стену называется. Встаешь к стене и стоишь, короче. Ласточкой? Ну, типа того, звездочкой. Встаешь, да, и стоишь. Как долго? Часа 3–3,5. Не все время бьют, минут через 15. Раз-два ударят. Почки, ребра, ноги. То есть, ну, по-разному. А фамилии вы знаете этих людей? Или, нет, или клички, хотя бы что-то? Одну помню, кличка Косой. А как вот вы можете Максима Бурбина характеризовать вообще? Какой он? Он занимался спортом, спортсмен. Насколько я знаю, больше 10 лет. Занимался боксом, ездил на там, Майский, Саратов постоянно. Выезжал. Какие-то вредные привычки у него были? Ну, бывало, нет, он курил. Сигареты, в смысле. На алкоголь очень редко. Почти даже, ну, не видел. И все. Наркотики он употреблял когда-нибудь? Нет, наркотики нет. Вот, сколько мы с ним были знакомы, наркотики он не употреблял. Ни разу. Вы когда в суде давали эти показания, которые вы сейчас говорите, они ложные? Вы понимали, что вы даете ложные показания суду? Понимала, а что было делать? У меня не было выбора другого. Сейчас на вас кто-нибудь оказывает физическое, психическое давление? Сейчас нет, я спокойно отбываю наказание и работаю. Сотрудники там, правоохранительных органов, ФСКН, полиции, там, и тому подобное, на вас физическое воздействие оказывается? Да, как только задержали нас. По лицу били, конкретно меня 2 раза ударили рукой и ногой ударили. Ну, сильно, не сильно? Ну, не слабо, я вам скажу. Ну, выдержать можно было. Скажите, а вот вы работали, насколько там были наркотики распространены? И где вы их сбывали? Там же и сбывали? Там никак вообще не были распространены, и там я их не сбывал. То есть работа, это была чисто работа. А так у вас была просто своя сеть? А так, да, чисто вот. Ну как, не сеть, а по большей мере, наверное, ну, способ развлечения и все. То есть мы не особо его сбывали, наркотик. По большому счету было употребление, не распространение. Конкретно за себя я могу сказать, я его не продавал. В связи с информацией, размещенной в сети интернет, прокурором Саратовской области было принято решение о проведении тщательной объективной проверки изложенных в этой публикации сведений. В этой связи по поручению Сергея Владимировича Филипенко уголовно-судебным управлением начата соответствующая проверка законности вынесенного в отношении осужденного Бурбина приговора. Уголовно-процессуальный закон предусматривает такую процедуру. Это кассационное обжалование, кассационная стадия уголовного судопроизводства. Существует возможность пересмотра приговора в кассационном порядке в президиуме Саратовского областного суда. Кроме того, при наличии предусмотренных законом оснований может быть возобновлено производство по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Принятое решение будет по результатам тщательного, взвешенного сопоставления всех, в том числе и сегодня услышанных данных, изучения повторного материалов уголовного дела, надзорных производств, имеющихся в нашем распоряжении. После этого только можно будет высказаться. А сколько примерно по времени это может быть? Ну, максимально оперативно. Выпишите заявление. Объяснение вот на вот этом, а здесь все. А вот здесь вот это.